Всем привет и добро пожаловать на новое видео. Сегодня я вам покажу одну такую интересную библиотеку для языка программирования Python, с помощью которой можно преобразовать обычный цифровой текст в рукописный. И сейчас я вам это покажу. Видео будет довольно-таки коротким, потому что тут все коротко и ясно. Открываем консоль и скачиваем библиотеку. Называется она PyWordKit. Она у меня уже скачана, поэтому у меня происходит все это довольно-таки быстро. Далее нам ничего не придется делать, просто создаем папочку на рабочем столе. Назовем ее давайте просто HandWriting, чтобы было нам понятно. Открываем и запускаем здесь терминал. Прописываем cmd, открываем Python и импортируем библиотеку. Import PyWordKit. Будем импортировать ее как py, чтобы было нам попроще. Далее все, что мы прописываем, py.text, нижнее подчеркивание, to HandWriting. Открываем, ставим тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 скобочек. И переходим в браузер. Здесь нам необходимо открыть рыба-текст. Ну, чтобы нам не пришлось писать никакой текст самому. Открываем его и пишем, например, один абзац. Копируем текст. Ну, буквально парочку предложений. Копируем и открываем переводчик. Для того, чтобы перевести его на английский язык. К сожалению, библиотека работает пока только с английским. Но я думаю, в будущем ее будут обновлять дальше. Все это мы скрываем, и здесь мы просто должны вставить наш текстик. Вставляем и все запускаем. Происходит, то есть сейчас мы отправляем запрос с помощью интернета на нейронную сеть, которая все это обрабатывает. И в нашей папочке мы получаем с вами файлик pywordkit.png. Открываем и видим наш текст. То есть вот мы преобразовали наш текст, который мы скопировали с интернета, то есть прямо в рукописный. Этот способ, в принципе, может вам пригодиться, например, если ваш почерк какой-то человек еще не знает, и вы, в принципе, можете воспользоваться вот этой вот библиотекой. В общем, народ, всем спасибо за просмотр, надеюсь, это видео окажется вам полезным, не забудьте его оценить лайком, либо же дизлайком. Всем удачи и всем пока!